вот Шелунову сегодня придется пытаться вскрывать ворота Никласа Светберга. Он занимает место в воротах. Кирилл Кольцов требует хоккеиста Салат Юлаева удаления. Судейский свисток молчит. Ну и вот так обессиленный уже просто... Обессиленная четверка Сибири. Попытка там убежать вперед ничем не заканчивается. Но как здорово Шелунов поборолся. И Светберг! Великолепная работа. Отличный сейв. Шумаков на дубль сейчас заходил. Ну и как хорош Шелунов. Отмечаем, да. Казалось бы, потеряна уже была ситуация. И потерян момент. Но поборолся здорово. Отдал шайбу на Ульстрема. И тот на дальний пятак отдавал. Но Светберг блестяще среагировал на этот бросок. И спас команду. Ворота. Возит Сибирь сейчас по-хорошему. Первый за слава Тюлаева. Умар с разворота в ближний угол. Прохоркин шайбу подхватывает. Все отскоки пока за слава Тюлаева. Но вот шанс Жафяров. Жафяров молодой. Сил много должно быть. Хорошее подключение. На паузе бросок. И плечом отбивает Светбер. Отличная работа голкипера слава Тюлаева. Выручил свою команду. Вот тот самый шанс у Сибири. Команда чудес последних минут. Сибирская Сибирь сейчас не сумели создать это чудо. Хотя бросок-то отличный был, мощный. И в последний момент, уже как бы задней частью плеча Светберг отбил.